Всем привет, меня зовут Серега, мне 27. Что хочу сказать, попал на тренинг Володя, да, до этого с девками вообще было все проблематично. Знакомился чисто в интернете, и то абы как. Думал, надо попробовать это сделать вживую. Тренинг, сразу скажу, он тяжело его проходить, там над вами никто не будет сюсюкаться, как-то вас там по попке бить, давай, чувак, пожалуйста. Нихера, здесь прям такие спартанские условия. Но тем не менее, здесь реально выходишь настоящим мужиком. Парни, я вам настоятельно рекомендую, даже тем, которые думают, что они какие-то суперперцы, прийти на тренинг Шамшурина. Это очень крутая штука. Это поможет вам не только как-то наладить отношения с девками, да? То есть с этим проблем вообще решится полностью. Вы в дальнейшем научите развиваться себя, как-то продвигать себя и в другие стороны. У вас в продажах может что-то начать получаться, я не знаю, где-то там в ремонте, в каких-то других отраслях вы что-то новое начнете открывать. Реально хочется расти. Мужики, еще раз говорю, тренинг охуительный. Всем счастливо, всем удачи. Пока.